Станислав Бондаренко, Аурика Алехина. Из семьи ушла няня. Честно говоря, без няни это было крайне сложно. Да, наша новая няня нас тоже подвела. А вот, на сегодня я хотела сказать о другом. Холодно. Во что мы играем? Загорячо и холодно. Почти теплей. Ты любишь кашу с сахаром? Куда ты собираешься сейчас? Ты занята, да? Я иду к мамой концерт. Мама будет ждать у меня там возле двери, возле окошка. А ты будешь там выступать? Да. Какая у тебя роль? Снежинки. Смотри на меня. Ты готова? Ника, ты тоже готова? Пончик. После танцев можно и поесть, да? Что у тебя в тарелке? Что ты будешь кушать? Рис и гречка, да? А почему котлеты нет? Ты что, вегетарианка? Нет? Девочки, good morning. Мика. Александр, а ты плохо умылась, ты вся в пасте. Я маленькая ламинка. Да? Что ты кушаешь? Клубничку. Вкусная? Да. Да? А я хотела. Да? Ты в садик пошла, ты не забыла одеться? Курточку. Потом оденешься. Что вы здесь наделали? Посмотрите. Вообще разбросали все. Алекса, кто будет бардак убирать, который вы здесь натворили? Мы. Вы? Когда? Ну, прямо сейчас. Прямо сейчас? Давай. А ты уже Мику отправляешь? Нет, мы пока играем. Во что играете? Нет. Дочку и маму. Дочку и маму? Да. Мама, я уже перебрала эту машину. Сейчас оденемся и пойдем. Кошмар. Ага, мамины кроссовки, да? Ну давай, пока. Пока. Давайте, пока. Предмета не хватает. Что мы украли? Это... Что есть? Ушки есть? Вилка есть? Это шапка есть? С головной. Куда вы едете? Да. На английском как? Да.
Киллингарден. Good morning, girls. Good morning. Where are you going? Чуть-чуть не успела. Yeah. Ну, что не успела, Алекса? Ну, немного лопаткой сзади. Лопаткой сзади? Мика, а ты как отреагировала? Я ее вот так толкала и не успела сама сзади, но она спала. Да? Ну, не толкайтесь, ладно? Yeah. Ладно, все, пока, хорошей вам дороги. Увидимся вечером. Друзья, чтобы не пропускать новое видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.